29 сентября с 11 до 18 часов в парке имени Льва Толстого в подмосковных Химках пройдет выставка животных, которые остались без хозяев. Мероприятие организовано по инициативе администрации муниципалитета. На выставке будут представлены около полусотни кошек и собак, которые живут либо в приютах, либо находятся на передержке у временных хозяев. Все животные привиты и имеют соответствующие документы. Выставку посетят и знаменитые химчане. Неравнодушным к проблеме остался популярный виджей Арчи. Уважаемые, дорогие мои любимые химчане, здравствуйте! Меня зовут Арчи, и я счастлив пригласить вас в эту субботу, 29 сентября, в парк имени Льва Толстого с 11 до 18 часов вечера. Что будет происходить? Будет огромнейшая выставка. Мы привезем 50 наших друзей, кошек и собак, которые очень хотят найти свой дом. Не надо рассказывать о том, как живут животные в приюте. Мы можем сделать их жизнь счастливее и, конечно же, нашу вместе с ними. Несколько лет мой замечательный пес путешествует вместе со мной по всему миру, и это мой самый большой друг, именно пес-друг. Заведите себе такого же.